Наш маршрут с Дейоф, кибуц Гварам и обратно, 37 километров. 5-6 часов приятной прогулки. Мы должны проверить, что там в посадках. А, вкусно. Надо его вымыть как-то. Экологически чистый, видишь, накрытый. Это импровизация, это надо... Нам туда. Ты знал. Вы куда, ребят? Гонка за лидером. Вы куда? Стоять туда. Вот туда. Через рельсы, что ли? Да. Лучше греть. У нас GPS не туда показал. Надо... Саша там, специально. А туда полезли, вон тропинка без балок, они на балке. Да, балки. Или Валера съедет, да? Кожа, сингл леса Гварам, пожалуйста. Нет. Опа. Слушай, наш пилот такое сделал. У нас в Израиле, кто не верит, есть нефть. Надо количество ведро, ну максимум бочка в день. Но тем не менее и у нас есть нефть. Ненормированный рабочий день. Сюда-то и зигзагами ездит. Кадр не поймай. Я ж не подстреливать, я только снимать себя. Сейчас чуть прямо и направо.
Финишная прямая, Лёня притопил. Ой, как хочется домой. Финиш.